light, you're the night, you're the color of my blood. Всем привет, и это видеоблог с Настиного день рождения. Да, видите, как празднично. Я единорог. В общем, мы пришли к Насте в общагу уже за 12. Нас хочет выгнать охранник. В общем, мы решили устроить ей квест, то есть спрятать подарочки в общаге, написать ей подсказки, чтобы она ходила и искала. Сейчас она начнет его проходить. Удачи ей, удачи нам, потому что нервов мы потратили достаточно, это все. Но все ради подруги. Так что, Настя, Настя, с днем рождения. С днем рождения. Это трэш. Ну почему вы тут не трудности не понимали, за что я на покашка Настя. Вот сголовалась, получится. Вот первая подсказка. Где первая? Итак, чтобы отыскать свой первый подарочек, подумай, где ты обычно прихорашиваешься перед тем, как пойти болтать с нами. Чтобы получить первую подсказку, ты должна присесть ровно на количество своих лет. Окей. Давай. Что это? Молодец. Тебе удалось найти первый подарок. Стоило нам лишь помахать, и у нас появилось только веселых и душевных вечеров. Ты найдешь свой подарок. Там твоя следующая остановка. Проводили? Хай, мальчики. О, а ты что, тут праздник вообще? Чего день рождения? Спасибо. День рождения. Что? О, Настя, ты тоже тут. Очень важное задание. Давай. Смотри, давай, ты готова? Нет. Мешок картошки. И тебе, значит, продолжение квеста дается. Вот это надо все почистить, желательно быстро. Это задание такое? Это задание такое. Саша по шоссе и сосала сушку. Еще парочку. Ну одна это вообще не достаточно. Согласен, можно танец овечьи? За котлету, который. Спасибо! Пеница, вот ты и нашла свой очередной подарок, который... А следующий сюрприз для настоящих секси girls ждет тебя в пункте времяпрепровождения для себя. Что же это? Резинка для спорта? Опа! Вау, ты крутая. А главный подарок будет тебя ждать на улице. Очень символичный подарок, да, в честь своего дня рождения. Мы под камеры стремились? Нет. Ну ладно. Вот камеры? Наверное. Старый мельник. Привет!
сегодня прекрасный солнечный день. Сегодня 6 декабря. И ровно через 5 дней у Евы день рождения. Но мы решили подарить ей подарок сегодня, потому что ее подарок не совсем обычный. Это танцевальная видеосъемка у ее любимой танцовщицы. Это все будет в ее любимом танцевальном стиле. Все, что она хочет, поэтому я прям в предвкушении. И она будет проходить уже 10 числа, а у нее день рождения 11. Поэтому мы решили преподнести ей подарок уже сегодня. А это будет прям для нее, я надеюсь, совершенно неожиданно. Я надеюсь, что ей очень понравится подарок, потому что мы очень тщательно обдумывали, как его ей преподнести. Мы ей преподнесем таким образом, что она должна будет сама догадаться, в чем заключается подарок. Мы приготовили ей фотокарточки, подсказки, и все это будет музыкально сопровождаться. Музыка также будет особенная, которая также должна ее натолкнуть на мысль, о чем, собственно, подарок. Вообще, мы с девчонками надеемся, что ей очень понравится этот подарок, потому что она очень хотела попасть на такую видеосъемку. Так что да. Надеюсь, сегодня все пройдет просто классно. Я постараюсь все заснять. В лифте! Итак, время почти 10 часов. И мы с девочками собираем Евин подарок. Ну да, да, свет надо добавлять, или этого хватит. Девочки, как настроение? Ева, жди! Мы идем поздравлять тебя! Ура! Надо было без нее. Девочки, волнительно? Очень. Мы ждем, чтобы нас записали в общагу, мы прошли тайно в комнату. Все, давайте. Ева, а ты что вышла? Елик, мы знаем, что дарить подарки заранее – это не совсем правильно, но желание именинницы – это закон. Поэтому мы вручаем этот подарок тебе. Хотим, чтобы ты прямо сейчас его открыла здесь. Ты все поймешь. Да, давай буду держать. А ты открывай. У меня какой-то нормальный. Там что-то очень легкое, или вот это ничего нет. Да, такое. Просто так пошли. Что это? Это постель? Просто смотри по порядку. Доставай. Как они вытаскивают? Можешь сюда класть. Почему сегодня? Есть какие-то догадки? Да, есть. Слух. Можно мне услышать? Слух. Привет. Помнишь, я писала о том, как искренне не понимаю, как можно не любить танцевать? Мне кажется, у нас девочки понравились. Мы танцуем дома, перед зеркалом, танцуем в баре с подругами. Каждый из нас так или иначе связан с танцем. Просто они танцуют по наитию, а другие осознанно. Я про осознанный танец. Могу следовать сам, который не боится быть сексуальным и страстным, и помогу открыть его. Когда придет тебе 9 декабря на мое занятие, а уже 10 числа состоится целая съемка, как ты стучишь. Подушевый свет. Разгораюсь пламенем, будто это мания, нечем остановить, да. Так, чтобы заставила, чувствовал, как плавила. Даже с лицом каменным, мысли на студии стоят день и ночей. Выдыхаю твой дым, мы курили весь день, скурили весь мир. Остался один, захотел не ищи. Итак, сегодня 8 декабря. Настя, зачем тебе коробки? А мы сделаем санки и будем кататься с горки. Да, на самом деле, это для подарка Евы. Сегодня мы в нашем магазине местном. Да, мы взяли эти коробки со склада. И все, завтра будем лепить Егорчика. Ура! Лепить из того, что было. Да. Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас 9 декабря, пятница. Сегодня Ева едет в студию, чтобы поставить себе какой-то танец. А мы с девчонками сегодня собираемся у Алины, чтобы слепить ей Егора Крида картонного.
Я не знаю, что у нас из этого выйдет, потому что мы это все собираемся делать сами, без чьей-либо помощи. Надеюсь, у нас все получится, я обязательно все засниму. Вот. И в полночь на 11 число мы собираемся сделать Еве сюрприз. Мы собираемся организовать что-то типа пати-баса, но только в такси. А помимо нас в этом пати-басе будет Егор Крид. Здесь она будет счастлива. Вот. Так вот, мы решили вывести Еву в 12 часов куда-нибудь в красивое место в городе и там ее уже поздравить. Вот это надо. Вот это. Как дела? Светиться нельзя, да? Нет. Кто это такой лезет? Кто это такой лезет? О-ля-ля! Поточный программ — это рубридаточные предложения. Будет не очень. Почему там, где он с ушами, там, где он с розой стоит, вообще выглядит странно. Да просто вся фотография очень странная. Это не кажется кукольным каким-то лицом. Не хотела этих пробелов, девочка, не готов к переменным. Получилось пока что? На этом пока все. О май гад. Всем привет! Сегодня 10 декабря, завтра у Евы Доре. И, конечно же, перед днем рождения день полный. Мы с девочками договорились в этот раз все сделать заранее, чтобы не было стресса, не знаю, паники в последний день, просто куда-то бежать, что-то делать. Но, конечно же, так не получается. Мы сейчас с Алиной в городе, покупаем последние всякие штучки, приготовления. И это просто пипец. Просто как я сегодня носилась по Самбере и искала батарейки в гирлянде. Это просто нечто. У меня еще дома находится Крис. Спит возле моей кровати. Ждет меня, чтобы я его наконец-таки доделала. И это просто трэш. У нас, в общем, очень много различных приготовлений. Я надеюсь, что это все не зря. Что... Еве очень понравился сюрприз, который мы планируем сделать. Я поняла, что я очень люблю придумывать всякие подарки и сюрпризы, но это очень сложно. Алина, поделись своими впечатлениями. Это... Как приготовление к празднику? Это просто какой-то ужас, потому что я не думала, что найти батарейки будет как-то сложно. Настя бегала по магазину тут, искала их. Просто чтобы они подошли, а там безопасно, там нормально, там видно, что они... Two hours later. Короче, трэш. Ну что, у нас все получится, я в это верю. Да. Well, I guess what hurt me most of all, you were playing with my heart. Tell me why am I emotional when I knew it from the start. И скоро пойдем поздравлять Еву. Девочки, ну что, этот момент настал. Мы так долго к этому шли. Ура!
Опять. Так, сейчас. Какой ужас. Привет, Pussy Girl. Pussy Girl. Я Pussy Boy. Я Pussy Boy. Я Pussy Girl. Я Pussy Boy. Помню, как вчера. Пять восьмой. Город не хотел, но я смог. Я смог. Где-то среди пич мне не верила. Понял, верь, весь мой склад будет перила. Ева, ну скажи, ты счастлива? Очень. Урос, кисть блестит, не щурюсь. Хоть то, что сейчас перед глазами, я раньше видел, только зажмурюсь. Где-то среди пич мне не верила. Понял, верь, весь мой склад будет перила. Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите, ты жара. Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите, дышать. Ты Венера, дышишь, как же ты дышишь. Ты Венера, люди, understand. I'm not ever like this. I can hold my breath, say I'll be alright, but it kinda hard to think when I can't feel a thing. Tell me to my face, already heard it last week, driving me insane. It's hitting real badly. Tell me what's your name. Said you never, why you ever lie to me, baby? Lie, lie. Trust my heart and everything inside of me. Tell me how'd you pay me back, you made a fool out of me. Can't you see what you're doing, left me broken in pieces. Got me feeling so stupid, guess I needed a reason to let go. I don't wanna hear lies anymore. Said you never, why'd you ever lie to me, baby, lie, lie. Падебуре, падебуре, падебуре. Just don't feel the same.